Итак, всем привет! Добро пожаловать на вторую серию по Сталкер 2. Сердце Чернобыля, собственно говоря, продолжаем. Играть, спасибо вам большое за ваши лайки, за комментарии под прошлой серию. Ох ты ж. Нам выдали в прошлый раз болт, собственно говоря, нас чуть пёсель не скушал. Сейчас будем пробираться через аномальные поля. Так, ну тут выглядит как... Не-не-не. В обратную сторону явно тоже нам не пройти, да? Тут, скорее всего, как-то бочком надо идти, да? Ай-яй-яй-яй! Ну все, поиграли. Как я жив? У меня есть еще хоть какая-то аптека? У меня нет аптеки. Слушай, нет, слушай, у меня здоровье восстанавливается, у меня кровотечения нету. Ну все, поиграл. Первая смерть, собственно говоря. Давайте, последнее сохранение. Начнем с того места, где мы, собственно говоря, начали нашу серию. Так, ну что, начинаем. Начинаем начинать. Я так понимаю, она активируется. Ага. Я не знаю, но скорее всего этот путь он не совсем правильный. Слушай, а как мне тогда идти? Ну типа вот этот путь он выглядит как самый разумный. То есть, ну как мне кажется. Да, аномалия исчезает. Хотя какое-то время. Я просто забыл, я говорил это в прошлой серии, короче, получается. Я вот запамятовал, это вчера было, я записывал. Так, ну мы пробрались, это вот можно, в принципе, F5 нажимать. Сохранение. Ну давай. Поговоримо. Ну шо ты? Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Да ладно, не с первого раза. На меня напали, не твое дело, долго рассказывать, мне нужно одного человека найти. Ну, вообще, я даже не знаю. Блин, ты вроде дядя и не помог, там сидел просто, так что я тебе не особо верю. Короче, долго рассказывать, мне нужно найти на одного человека. Мне, если коротко. Краще скажи, где я тут могу про одну людину розпитати? Це до Залісся. З Больфаром, барменом місцевим, потервенеш. Може, він тобі щось і розповість. А может и нет. Залежит від... От чего? Так. Слушай, братан, у меня только болт. Ну, ёперный театр. Ну-ка, давай-ка лучше вслед за ним идти. Вова. Рахунки звести вирішив, так? Як же все це курва? Пушку дайте. Пушки нету. Притул стріляв, виродок. І все забрав, навіть сенсори. А що б тебе всією малою це розгрібати будемо? А ти чого тут штани протираєш? Дуй взялися. И про все это, а не слова. Слушай. Окей. Не, ну я-то пойду, в любом случае. А нож у меня есть, слушай. Слушай, а у меня есть нож. А у тебя есть пушка? Как бы просто человек человеку брат, я так понимаю. В этом добром месте. Ладно. В принципе, у нас есть кнопочка F5, F6, как говорится. Если что, убежим, а если что, что-то подлутаем, да? Короче, это начало игры, я не знаю, как это. Сталкер ДТР, походу. Ну-ка. Уже и здесь пусто. Что-то вообще тут на лут не особо богато, как говорится. Так.
Откроем-ка нашу карту. Это мне куда идти? Это мне сюда идти? Тяжелое пробуждение, основное задание, добраться до Залесья. Слушай, ну путь так-то, я тебе скажу, не близкий. Явно лежащий через эту деревню. Баржа, это вот, короче, это вот отсюда, походу, да? Идем. Ну, пошли. Что нам делать? Так. Здесь какая-то деревня, вроде свои. Подсвечена зеленым, не знаю, давайте посмотрим. Ёлки-палки. Пацаны, спасайте. Не, нафиг этих гашанов. Нафиг этих гашанов. Вы же за мной не побежите, не? Они идут за мной. Аномалия. Не, ну конечно, можно попробовать их на какое-то аномальное поле завести, но я не знаю, там они. Я лучше сделаю тактический маневр. Блин, сидеть бандиты. Ай! Не, ну это прям я не знаю. Зажали со всех сторон, а у меня в руках только один нож. Ладно, хропотека нет, по крайней мере. Так, где я? Надо, короче, добывать снарягу как-то, каким-то образом. Я вроде выжил, можно F5 прожать, если что, откатиться потом по сейву. Я бы на самом деле попробовал бы еще стелс, как он работает в этой игре. Потому что я далеко не уйду с одним ножом. Мне надо что-то решать. Короче. У меня хпшки почти нету. Радиацию мне тоже набирать не особо как бы нужно. Только давай-ка деревню осмотрим. Может, кого-то подчекрыжим, я не знаю. Так, ну-ка, сейвик. Еще просто бежим со всех ног, да? Так, ладно. Откуда мне пистолет появился? Или он мне все это время был? Почему он мне... Подожди, стой, инвентарь. У меня, походу, был пистолет. Слушай, тогда изи вообще, не знаю. Я могу этих гашанов, короче, тут всех просто перестрелять. Да, вообще не страшно. Слушай, а может быть мне этим и заняться? Куда они свалили? Ну, свалили они, скорее всего, на низ. Но они меня явно потеряли из виду. Ладно, давай, короче, пока осматриваю дома. Здесь какой-то сталтерок, Жорик. А у Жорика есть обрез. И аптечка, по крайней мере, одна. Так, давай-ка, короче, кстати, эту аптечку заюзаю. Чтоб мало ли что, как говорится, да? Что здесь? Ливония какая-то. Мальчики всякие лежат. Ну, окей. Ну, чуть-чуть подлутался. Давай здесь посмотрим. А куда эти, кстати, пацаны все эти ушли? Ну, скорее всего, куда-то туда, наверное. Я думаю, так. Не узнать, что не хватает, как
каком-то сталкере оригинально, типа тайнички какие-то там зарытые. Слушай, а может это все это есть? А, так, подожди-ка. Я просто хочу. А, так, подожди. Я хочу КПК посмотреть. Потому что какие-то карты, журнал, заметки. Тяжелое пробуждение. Так, ну это просто наши квесты, найти информацию о припое. Наш Германом план провалился, все-таки из-за этого склизкого типа припоя. Хотя нужно признать, одна точка из трех действительно оказалась золотой. Но не для меня, он сдал нас потрохами, вот только кому? Этого урода надо обязательно найти и допросить пристрастием, иначе сканер мне не вернуть. Ну, понятно. Сообщение Джорика. Хмуро, если что со мной-то случится, спрятал добро в вертолете. Вот координаты. Да, здесь есть тайнички. Будем их ходить лутать. Стив, прием, прием. Припой сдал нас. Слышь, как последний нехороший человек сдал. Я... Окей, понятно. Модуль сопряжения с устройством, бла-бла-бла, процедура по протоколу. Понятно, ничего такого. Как ответственный за проект, запрещаю вам положить покидать бунт от того, как института придут к костюму, какие-то коэффициенты, пси-излучения вы не засекли. Ваша жизнь того не стоит. Увижу вас в той пещере еще раз, лично выволоку за шиворот. Сперва из пещеры, а потом из проекта. Переписка с техником. Ну что, получил? Все пришло на мой ноутбук, бла-бла-бла. До следующего выброса. Кто-то уже у бункера. Думаю, это и есть человек Германа. Памятка бойца, дневник Стива. Ну, в принципе, мы все остальное читали, да? А ну и здесь выполненные задания. Я понял. Обучение как-то. Ну, это, короче, там мне особо надо. Схрон Жорика. Давай-ка, слушай, посмотрим схрон Жорика. Здание мы все равно эти сети уже смотрели. То есть спустишься по лестнице. Да, спрыгнешь, я бы сказал бы. Ну-ка, ну-ка, где там схрон Жорика? Мне осталось только еще одно здание, и, в принципе, можно... Так, фонит. Я бы тебя спугнул. Ну, я, честно, не думаю, что здесь что-то будет в нем. Так, здесь заход. Я, кстати, не знаю, здесь реализовано то, что типа ночь, там опасное место. Там мутанты могут там из всех углов, короче, лезть. Из норы углов. Гранатку даже подобрал. Ладно, нормально. Не зря что зашел. Давай посмотрим, короче, на тайничок. Сходим. Да, вертолет. Вот как раз вертолет, то, что он имел в виду. В сообщении. Слушай, а у меня есть этот детектор? Так, а болты ж на 6? Значит, мне кажется, уже здесь фонит, блин, в этом озере. Вот так оно, собственно говоря, и есть. Отя, не бей! Это собака! Так, тайничок. Вот и тайничок наш. Неплохо. Как там Сидорович говорил? Забери ты все, пожалуйста. Неплохо. Хороший хабар, да? Так, короче, давай выходите отсюда. Я сейчас, короче, лодки просто жахну. Так, давай, короче, водочки. Водочку льем, водочку пьем. Так, нет, я вообще-то на О нажимал, и вроде как это было всегда спрятать детектор. Или восьмерка, да, восьмерка. Слушай, а что-то водка, по-моему, как-то не особо сильно все это выводит дело. Это безобразие. Кто-то меня там видит.
Если такой индикатор, то явно кто-то не особо прям дружественно меня видит, да? Куда я, подожди, пришел? Что это за место такое? Это как-то котельная локация. Я не знаю, хочу ли я туда заходить, не хочу. Хотя у меня, в принципе, МПшка есть. Она мне выбрана. По идее, должна быть в слоту у меня быть. Нет, не должна. Никому она ничего не должна. Так, где там она? Так, ты перезаряжен. 30 на 60, я думаю, в принципе, нормально. Давайте еще один сейф. Так, еще, наверное, водки, да? Если у нас есть она. Выведем еще чуть побольше радиации. И закусить обязательно. Колбаской. Попустила бы, да? Что это? Бандюганы. Скорее всего. Это точно бандюганы. Так, ну-ка, ну-ка. А вот это ты давай себе оставь, пожалуйста. Контрольную свою. Так. А может быть мне вам туда тоже гранату? Да не найдете. Своя? Ладно, давай-ка по одному высекаем их. Тактический обход. Можно даже сейф. Так, третий готов. Я не знаю, правда, сейчас окупится, короче, мой лут. Задел только один раз меня. Три патрона. Надо пушку менять. Че, проверим макаров на эффективность. Так, ну кто там еще один вопит? Красный блин. А ты это хорошо придумал. С такого-то места. И как мне тебя тут выцепить? Ты смотри, только меня там не выцепи. Блин, так, не то. Не то, не то, не то. Колбаски давай. Ну что, может, спустишься уже по базарим, как говорится. Давай-ка сейф. Последнего добьем, если он последний. Так, вот теперь надо бинтик, короче. Ну все, вроде отстрелялись, я не знаю. Ну, 6 патронов осталось. И вроде как это был последний, по идее. Что у вас тут? Водка, колбаса, селедка. Ну вот аптека есть, я не знаю, купились. Может, гранатка пока, может, какие-то ништяки будут. Текс. Показывайте, что припрятали. Так. Ну, давайте лутать. И в аномалии не наступать.
Кстати, по идее, мы же идем туда, и там будет торговец. Что-то за звуки. Так, давай-ка, короче, быстренько водочку. F2. И хлебушком, короче, все это дело запустим. Так, тебя я полутал, тебя полутал. Этого снаружи надо полутать. Так, тебя тоже лутал. А ну-ка, челик, давай-ка. Ну, слушай, ну по патронам я бы не сказал бы, что я тут в плюсе каком-то. Может, тенечки у них тут какие-то есть, я не знаю. Давай, короче, забегу, посмотрю там. Так, радиацию вывел. А, тебя лутал. Наверх забежу. А ты здесь как нарисовался? Тебя тут заложников, что ли, держали? Так, ладно, по патронам окупился вроде. Я надеюсь. Надо будет перепроверить. Ну это мне нравится. Это вот хорошо, это вы придумали. Ну-ка, давай-ка. Разрядить. Так, не могу. Так, на пекалька. Короче, свой ПБСник одену. Разрядить. Ну все, патроны есть у нас снова. Че это? Нет, просто кирпич. Ну что, сейф? Тебе повезло. Уважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. Ну? О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити, артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Ну, якщо він получше моєго. Детектор у меня есть. Отклик. Ну это же этот самый стандартный. Ну я не знаю. Ну давай что есть. Давай сюда. Тримай. Там у печери, до речи, аномалия з'явилась якраз після викиду. Може щось із неї зловиш на детектор. Ну вот інформацію. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Цілейший буде. Ну так-то да. С этим не поспоришь. Так, ну вроде все подлутал тут, я не знаю. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. А в этой пещере типа что ли, или что? Ну, давай, сейф, короче, подожди, я посмотрю по карте, куда мы там дальше двигались. Не знаю, обходить тут дорогу, но там какой-то разлом. Что здесь у нас? Неизвестное место, короче, да? Давай заметки посмотрю. Лушак, варан, нашли этих ушлепов, один ушел, короче, на почтовое, второй не успел, вентиль повязал, можешь крохнуть обоих, варан сначала узнай, где бабки, потом крохай. Ну, короче, ничего такого, да? Ну, эти знают, конечно, ночью тут лезть. Подожди. А мы ведь там, короче, вертолет там облутали. Надежный схрон, тайник, сильно много набрал, плечи натер, пусть тут полежит. Думаю, мы еще вернемся, может быть, я надеюсь. Все равно там будет торговец, какие-то задания, подлутаться, там все прочее. Давай, короче, сейвик. Пошли в пещерку.
А, здесь какой-то лагерек. А, здесь тоже что-то у них есть. То есть мне даже перегруза почти нет. 32,2, максимум 80. Буду еще таскать прям много. Что, есть аптека? Не, ну эти пацаны, я тебе скажу так, они окупились. Так, у меня есть тут есть план на миллион. Я думаю, я, конечно, не один догадался до него. Еще на самом деле сейчас глушенный пистолет тратить не особо такое. Я вот лучше дробаш возьму. И на самом деле я бы еще хотел бы так. Хильнуться я бы хотел бы. Я не знаю, подожди, быстрый слот на аптечку поставить. Я бы поставил бы. Вместо тушенки здесь я поставлю, да, я аптечку поставлю. Даже вот это уберу. Это сюда, короче, пойдет. А водочка, короче, пойдет вот сюда, короче, да? Вот так. Давай, короче, аптечку. Ну что, заряженные можем идти? Да, это аномальное поле, о котором он говорил. И как раз детектор нам выдал. Что, гранат много дают. Ну давай глянем. Так, какое? Так. 6, это болт. И детектор, пожалуйста, достань. Эти артефакт. Это он тут прямо. Ну, короче, я определил, где он находится, артефакт. Вот он где-то вот прямо тут, считай. Ладно, давай еще раз попробую. Почему у меня там, короче, греет так хорошо? Показывают, как будто вот где-то вот прямо тут. Вот он. Жить. Я надеюсь, этот артефакт того стоит. Сколько я? 3 аптечки потратил. Что за артефакт я там добыл? Надеюсь, он не какой-то там мусорный. А где-то там. Вес радиации среди, сопротивление к течению. У меня резиста против радиации нету. Он стоит, смотрите, 14 тысяч. В принципе, он даже дороже всех этих моих. Уже сколько вот вообще новая МПшка стоит? 3 косаря. Ну, знаешь, да, я в окупе. Честно сказать, я в окупе. Вообще, давайте здесь по крайней мере пробежим. Чтобы особо много здоровья не тратить. Дядя Плоть? А ты можешь пушку взять? Спасибо. Ну как тебе у меня тут в пещере? Ей 2 дробины было мало. Ну вот и зажарилась плотишка. Я ей в упор прям всадил. Ты чё такая живущая, слушай, мать? Там еще что ли есть? Да, тут еще есть. Не, ну-ка сейв, блин, страшно что-то. Это, блин, живущая плоть попалась, а?
Где там хрюкаешь? Или это мисс Кабанес? Если что, короче, я просто в пещеру, то залетаю, она там неплохо отпугивает и, короче, зажаривает. Ладно, короче, двинули. Зона места опасная, да? Что там за дирижабль такой интересно летает в воздухе? Так, не подписать. Ну, кстати, ночи тут не такие темные, прям все видно. Жалко, что, короче, бинокля нету никакого. Господи, что у меня с МПшкой? Почему такая подгрузка? Так, ну там что-то зеленое подсвечивается, но я не знаю. Я уже, блин, никому не верю. Это ж хоть этот лагерь, который нам говорили, да? Бар залезь. Ну, по идее, тут должно быть безопасно. Может, тут никакой естественной защиты нету в виде собак. Как в прошлых частях там. На базе долго. Пацаны. Здорово. Так. Так, Ганя, подвисай, пожалуйста. Что это такое? Почему ты подвисаешь? О, отвисла. Нормасик. Здорово. Здорово, мужик. Чё ты, как? Что нового в зоне? У нас страшное место. Не тому, что тут мутанты та аномалии, а тому, что тут кожен дізнається багато чого нового про себе. И живи потім з цим. Ну понятно, слушай. А, давай поторгуем. Ну-ка дай-ка посмотрим, что есть, может торговать. Хм, артефакты очень мало хочешь. Ну, я не знаю, я бы, конечно, пока со сталкерами местными не торговал бы, я, наверное, пошел бы к торговцу просто посмотреть. Давайте посмотрим, вот так. Обрез, он... Так, это 111, короче, рублей у меня купит, или 133 у меня купит. Я немного не понимаю. Продать. А, он типа не купит. Окей, давай, короче, по тушенке смотреть. 18, короче, копеек. За 18, короче, копеек он, короче, берет. 18 рублей, я не знаю, или что это. Так, 18, запомнили. Значит, скоро дождь. Або выпит. Або. Так, 18. Бар залізся. А ти хто, мужик? Стема банан. З головними ти говори. Окей, банан. Стема. Ох ти ж, это у вас тут так накурено, или это печки у вас тут так? Я шукаю припой. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Припоє. Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Та воєнний, или хто это? Еч, солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати... Трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. У торговця Хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців.
приніс косий. Співчуваю, капітане. Але Залісся – зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив 300-х. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Негарно вийшло. Хочу подигрувати. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Ну да, це точно. Сталкер, новенький. Підходь, поспілкуємося. Давай, давай, давай. У нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Ну це точно. Я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по-мирному вирішити. Так, у кого мені про припої спросити? Давай перший вопрос. Про припої дізнатися. У Зотова. Варта кого хочеш знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай. Ну так, да, таке. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Ну давай, короче, давай кинуть роботу. Серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаю, бачили. Якраз одного такого малька борг витрясти треба. Звуть Гришою Валяном. Ну, навіть не знаю. Ти много задолжав. Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку. А до цього за провізію. І демонстративно не чухається з цього приводу. Знає, що я сцен влаштовувати не буду. Так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе. Можливо. Ну, припугнуть, короче, надо просто його, да? Що за Валян? Гриша в зоні недавно, а його вже знають. Шустрий засранець, ризиковий. Плани один крутіший за інший складає. Сподобався він мені. Думав, далеко піде. Додумався. Валян з Новою Волиною, а я думаю, як йому мізки вправити. Добре. Ну давай. Підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ тупав. До водонапірної вежі. Вживай. Ось іще. Може, що він поможе. Його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% твої. Неплохо, кстати. Я, коли цей бар організовував... Ну, це я понял. Давай быстрее. Довів таки Сидор людей на кордоні. Жаба ж. Дай поторгуєм, а? Тільки ми з батою тут чарочку... Та я понял. А тепер подивись на. Вільний бар для вільних сталкерів. Якщо ще варта перестане на мозок крапати. Взагалі добре буде. Ну, може за це і вип'ємо? А, та я б поторгував би на самом деле. Давай, смотреть по тушенке. Она 18 рублей. А, слушай, все-таки выгоднее им продавать. Так. Заходь, якщо що.
Можно радио потише, пожалуйста? Хотелось бы. Так, ну радио, короче, подожди. Выключить. Давай, выключай. А то мало ли там прилетит мне что-то еще. Налыты чего-то? Да не, не надо. Давай, короче, поторгую. Так. Наверное, хавчика мне столько, наверное, может, не надо. Так. Брак. Вес, радиация. Ну ладно, я пока оставлю. Мне пока, может, в принципе, не надо столько денег. Это пока глушака. Вот эти вот пушки. А почему ты пушки не берешь? А куда мне их сливать? Или он только в нормальном состоянии пушки берет? У меня, в принципе, один детектор есть. Мне второй не нужен. Гранат столько мне тоже, наверное, не надо. Вот 5 пускай будет, и все. Дробовик у меня еще один есть. Я, короче, так понимаю, что тут прям поломанные стволы смысла брать не имеет. А, разрядить, продать, экипировать. Как-то так, да? КПК Жорика, вот эти все КПК. Ладно, это я пока все оставлю. Так, и чё, как продать? Продать, кнопочка продать. А, подтвердить. У тебя такого ничего и не продается, да? Окей, ну ладно, у меня, по крайней мере, деньги появились. 2480 есть теперь. Окей, подойдет. Заходь, я что-что. Ну, хотя ты, в принципе, ты бармен. У тебя это и быть, наверное, не должно прям. Вода поднять. А чё это они их? Воду, получается, они прибили гвоздями к столу, а? Это не украл, называется. Водочка, колбаска. Ну, короче, бак почистили. Чё там? Пивасик. Ты бутылки, короче, не собираем, да? Что это такое? Записка для колдуна. А ну-ка, ну-ка, дай-ка почитаем твою записку. Журнал. Должник колдуна, но это вот это вот. Отслеживаются заметки. Личное послание. Я не стал говорить при всех, но послушай сюда, хватит. Еще раз начнешь прилюдно это толкать. И разговор будет другим. Мы своих не задаем никому и никогда. Надеюсь, ты меня понял, батя. Окей, батя. Ну, давай. Расклад такой. Готовый с тобой поделиться сталкерской мудростью. Тут и зараз. На халяву. Цікавить? Ну, делись, в чем подвох? Можливо. А в чому підступ? Нічого стрьомного тут нема. Я заборгував баті, от і відпрацьовував. Допомагав новачкам порадою. Сьогодні мій останній день, тож вважаю, що ти виграв у лотерею. І що ж я виграв? Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Правильно, мамця з татком. От это да. Технік. І торговець. Ну. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти сходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів? І це весь совет. Ну так, да, подробніше. Технік займається. Бо торговець торгує, якщо я все правильно зрозумів.
У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. Ворога кулею, аномалію болтом, а торговця – розмовою. Тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця. А от це вот неплохо, а от це хорошо. Поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара роботу, у нього завжди щось знайдеться. Ну, добро. Що? Якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, іди до їхнього головного. У зоні конфлікти справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир кращий за добру стрілянину, шариш? Коротше, як поговориш з місцевими, іди на всі чотири боки, ага? Головне, до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Ні, конечно, спасибо. Усе. Что ничего не попросил взамен. Так, а дай-ка по карте посмотрим. Дети, торговцы, короче, техники. За семью замками снова задание попросить о припое. Побочная активность какая-то, сталкерская мудрость. А, ну вот это вот техник, короче, вот тут вот он находится, да? Продукты. Ну-ка, давай-ка заглянем. Шо, тут в темноте стоите? Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ну-ка. Пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Ну, я так понимаю, це буду я, да? Ой, о, сталкер. Здорово. Хомяк. Товар за найнижчою ціною. Буквально від себе відриваю. Кого хочеш, спитай. Я не Сидо, новачків не ображу. А якщо в когось щось зламалося, так це тому, що обережно треба з речами поводитися. Шмот же не залізний. Ну, мой ти дорогой. Який реально залізний. Давай, викладай, що там у тебе? А поторгувати. Що нового в зоні? Давай просто поторгуємо. Гляньмо, що там у тебе. Давай, давай. А, ти теж поломані стволи не береш, да? Не очень. Голографічний прицел. Ну, він явно не підійде, да, для моєї волини. Двохстволка. Хм. 45-е ЦП. Так, а курточка чуть получше, так понимаем, и стоит. Да. Комбинезон дебют. Химзащиту чуть получше, физическая защита получше дает. Так, ну-ка. Просто интересно. Что он с каким стволом, блин, сравнивает? Снять. Дальность, точность получше будет. А стоит ли оно того? 3000. Даже не знаю. Даже не знаю, братан. Противогаз бы, конечно же, бы неплохо прикупить в первую очередь. Я бы за такое денег бы тоже выложил бы. Ну давай, водку возьми немного. Еды возьми. Что это? Вода это просто. Энергетики, я, наверное, вообще пользоваться ими не буду. Ну, возьми пистолет, а. Так, подтвердить. Итого у меня 2883. Да, лут мне явно получше нужен. Заходи ще. Зайду, зайду. Не-не-не-не-не. О, да что ты такое размовляешь, дядька? Обыскать. Я так понимаю, это, короче, мой персональный схрон, да? Так, где там эта, короче, девчонка, то, что он там говорил? Так, тут этот торговец, короче, находится. Подожди, дай карту открою, мне так будет проще ориентироваться. Линзой. Она, короче, она по соседству тут находится, да? Файно сходив. Аж три артефакта. Хом'як з руками відірвав.
Давай познакомимся. Ну ти ж батя. Чого вуха грієш? Да я не к тебе шел. Я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів? Про Припоя. Припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти Косого, і я розповім про Припоя. Ну окей. Свіжака сюди вплутати вирішив. Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам... А, щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в залісі іскрівець вештається. Ні. Ну і лицо нове, так що... Сталкера, аеростат у центрі залісся бачив? Угу. Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанешся. Ну давай. Я допоможу з косим. А я з Припоєм. Ну погодіту. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Тільки коли знайдеш Косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратись, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Окей, окей. Так. Я вообще изначально, как бы, ребята, не к вам шел. Как бы все это дело интересное, подожди. Где эта, блин, подруга сидит? Здесь, что ли? Линза. Я думал, это просто как женское имя. Это пискарь для дяди Лёни. Ну, короче, потом послушаем. О, мужик, а чё тебя с ногой? Новенький? Ну, проходь, будь як удома. Але не забувай, що ти в гостях. Якщо треба щось справити, це до мене. Угу. Якщо потрібно трохи лапші на вуха повісити, це до Миколаїча або до баті. У нас тут лапша на будь-який смак, тільки вуха підставляй. Гаразд, давай не тягни, що там у тебе? Та так поторгувати, улучшить. Викладай, покумекаємо. Ах, так, пістолет Скіфа. ПТМ. Чинить. Но столько не стоит. Мне его невыгодно чинить. Да и Макаров я не продам за такие деньги. Вот окей. Два косаря чинить. Мне невыгодно. Ладно. Короче, ребята. Давай, побачимся. Побачимся. И, собственно говоря, ребята, мы тоже с вами побачимся, короче, в следующей серии. С вами был Зазепа. Лайк, подписка. Всего хорошего. Всем пока.